Партнер рубрики «Корсетное ателье Виола». Пошив купальников и нижнего белья. Моделирующая одежда для создания гордой осанки и тонкой талии. Рада встрече. Девочки, если у вас на последней вечеринке остался кому-то вопрос, последнюю чашку чая надо закусывать сим-картой из собственного телефона. Особенно, если чашка чая была последней. Если вы вдруг решили сказать своей заклятой подруге все, что вы про нее думаете, закусывайте симкой. Если вы вдруг решили позвонить своему бывшему, тем более симка – лучшая закуска. Чего мы только не говорим по телефону вечером, о чем жалеем рано утром. И не рано тоже. Если ваш нынешний еще и женат, не дай вам Бог написать ему СМС с пожеланием посоветоваться с женой. Закусывайте симкой. Это многоплановый совет и 16-летним, и 26-летним, и 36-летним, и вообще всем девочкам, которые в пятницу вечером предпочитают чего-нибудь закусывать. Слово не воробей. Можно сколько угодно потом подбирать про себя нужные слова и репетировать их вместо уже сказанных. Бесполезно. Вы уже сами себе все испортили, потому что закусывали не симкой. Я думаю, что наши мальчики более технически продвинутые, чем мы. Они точно знают, что ничего лишнего нам по телефону не скажут. Ни в какой ситуации. А мы с вами, как дуры, будем пытаться по телефону выяснить все первичное, присаливая все это вторичным. В общем, смысл в чем? Вы точно знаете, что вы хотите сказать человеку, как только все тормоза после чая отпустите? Вы уверены во всем, что хотите сказать? Тогда репетируйте до утра. Как минимум, до следующего. Любые отношения требуют пудры. Хотя бы пудры приличия. Я уже не говорю о нравственном спокойствии. Короче, если в пятницу вечером вам захочется что-то кому-то сказать, хорошо подумайте и закусите свое желание симкой. С вами была я, Даша.